Всем привет! Человек купил машину себе и попросил ее отремонтировать. Для ремонта я попросил его вытянуть двигатель, и теперь эта машина у меня в мастерской. Вы можете видеть, как сильно согнуты лонжероны. Я их сначала вытяну, а затем заменю поврежденные куски. Для этой работы у меня есть донорские части. Ладно, начинаю ремонт. Сначала разберу и установлю машину на стапель. Итак, машина разобрана и установлена на стапель. Теперь вытягиваю лонжероны. Левый лонжерон вытянут, теперь тяну правый лонжерон.
Правила же он тоже вытянут. Нужные детали взяты из донорских кусков. Теперь измеряю и корректирую лонжероны. Для этого у меня есть оригинальные размеры. Размеры можно купить по ссылке в описании. Теперь удаляю поврежденные части лонжеронов на машине. Отлично. Теперь все эти детали нужно сварить.
Итак, лонжероны на месте, размеры в норме. Начинаю сваривать. Итак, работа с металлом закончена. Теперь покрашу лонжероны.
Ну что, отремонтированные места покрашены и обработаны антикором. Устанавливаю детали переда. Моя работа закончена. На эту работу ушло 45 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!